You should have got a better bed, better for your head, better heads need shut eye. Добро пожаловать! В эфире Previews Blog, видеопередача, рассказывающая все самое интересное о будущих хитах. В этом выпуске наш взгляд упал на Tear Away, игру, где все целиком состоит из бумаги, даже главный герой. Вы готовы отправиться с ним в путешествие? Тогда мы начинаем! Знаете, что-то странное творится с игровой индустрией. Точнее, в ней очень мало положительных героев. Повсюду убийцы, грабители и прочие личности, у которых сломана жизнь. И давайте представим такую ситуацию. Если бы у вас был ребенок, что бы вы ему смогли предложить из детских игр? Вот именно, почти ничего. Так что они либо представляют из себя дурацкие лего, либо, что еще хуже, игры про фей. Но есть в этом ужасе одна талантливая студия, которая сумела разбавить всеобщее уныние. Да, это Media Molecule, автор игры Little Big Planet. Настолько классно стилизованной и правильно сделанной, что в нее играют даже взрослые. Но поскольку любая игра может надоесть, нужно придумать новый проект. Им стал эксклюзив для Vita по имени Tear Away. Чего ждать от проекта? Сейчас расскажем. Well, Sogport I found from its noise and its stench. To the tavern I did go for my thirst to be quenched. An old docker, he warned me of a terrible sight. Oh, he couldn't believe his eyes, boys. He couldn't believe his eyes. Действие Tear Away разворачивается в мире, где все состоит из бумаги. Да-да, именно все. Деревья, трава, земля, звери, ну и, конечно же, главные герои. Почему герои? Потому что на наш выбор предоставляется сразу два персонажа. Один из них мужского пола с именем Йота, другой женского, названного Атой. Каждый из них будет отличаться как внешним видом, так и своими умениями. Так или иначе, мир Tear Away очень богат на окружение. Бумага представляет не только материал для писания или рисования, но как и очень гибкий по своей структуре, из которого можно сделать что угодно. Сама игра, кстати, начинается с конверта, из которого и появляется наш герой. А содержание сей вещи адресовано его величеству игроку. Да-да, именно вам. Всю игру мы будем пытаться расшифровать его суть. К тому же послание изменится в зависимости от наших действий, а следовательно, оно по сути является персональным для любого игрока. Каждая миссия, каждый маленький момент изменит его. Допустим, вы решили поиграть в баскетбол и развлечь заскучавшую белку. В послании это учтется. Вот, собственно, и все, что мы знаем о сценарии. А больше и не нужно. When your goals are big and scary, they're not hairy, they are scary. Claws and teeth and fat bread too. Run away, they're after you. Как мы уже говорили, все пространство Tear Away состоит из бумаги, а следовательно, все геймплейные штуки будут делаться на достоинствах и недостатках этого материала. Так как наш главный герой драться напрямую не может, ему придется использовать окружение. Если на вас напал монстр, который желает полакомиться вашей почтовой маркой, вы можете либо трансформироваться в мячик и укатиться в безопасное место, либо загнать чудище в ловушку, но для этого нужно положить в подходящее место жемчужину. Так как игра сделана для Vita, мы всячески будем использовать ее возможности, и в первую очередь заднюю сенсорную панель. С помощью нее можно заставить Йоту прыгать по батуту, и чем сильнее будет долбежка по панели, тем выше наш подопечный взлетит в воздух. Во-вторых, можно использовать концертину, которая пригодится для создания ветра, а также для постройки мостов. Да и вообще, большинство времени в Tear Away вы проведете во взаимодействии с внешним миром. Допустим, вам придется перейти реку, но пираньи мешают сделать это. Неподалеку обнаруживаем хищное растение. Используя пищевую цепь, беспрепятственно преодолеваем преграду. Клей — еще одна фишка, которая очень пригодится нам в путешествии. Помимо того, что он является основным источником смертей в игре, это вещество выполняет и полезные функции. Некоторые стены облиты им, а поэтому можно спокойно ходить по ним на манер Человека-паука. Среди мелких интересностей можно отметить фотоаппарат, с помощью которого можно запечатлеть забавные моменты, коих в игре будет много. Thank you.
Tear Away – яркий пример того, как совмещаются креатив и игровые технологии. Потрясающе стилизованная и дико увлекательная игра заставит вас и вашего ребенка провести за этим проектом довольно продолжительное время. Так что прямой курс на Tear Away, обладатели PlayStation Vita, для вас это самая ожидаемая игра. Запоминаем и записываем дату выхода – 22 ноября 2013 года. Ждем! На этом все. Поддержите канал подпиской, оставляйте комментарии, а также пожелания. И, конечно же, не забывайте про лайки. В эфире был Previews Blog. До новых встреч. Пока.